Состоялся музыкальный конкурс в честь Розы Баглановой. В нем приняли участие как местный творческий коллектив, так и команды из Уральска. Каждый из них подготовил по одной песне из репертуара народной артистки. Подробнее в материале Жасана Жалбакова. Более 10 ансамблей состязались в конкурсе, который состоял из двух туров. В числе участников творческого соревнования местный коллектив «Атамикена Салам», который был основан 5 лет назад. Одна из его участниц – 70-летняя Мария Ельданова. Женщина по образованию нефтяник, однако после выхода на пенсию решила связать свою жизнь с творчеством. Участвовали во многих республиканских конкурсах. Конкурсов мира, вот в Алмате мы выиграли 9 гран-призов. Прошлым летом мы ездили в Алмату, опять Аброй, в общем, национальный герой, можно сказать, значок нам подарили, мы выиграли. Сейчас 20 человек. Мне нравится петь, мне нравится песня, мне нравится на сцене. Ну и у меня там, мне даже дети, внуки, мне все поддерживают. Все участвуют, помогают мне. Помимо местных ансамблей приняли участие 3 коллектива из Уральска. Один из них – народный ансамбль «Аже Салеме». На конкурсе коллектив исполнил народную песню «Сингана». Однако деятельность ансамбля не ограничивается участием в музыкальных конкурсах. Нашему ансамблю 20 лет. Из них 10 лет мы имеем звание «Народные». Поэтому мы не просто поем. Мы работаем с молодым поколением, изучаем то, что уже нами забыто. Поэтому мы ходим в школы, в детсады, ездим по поселкам. Особенно нам нравятся дома, где престарелых, где детские дома. Мы по мере возможности помогаем. А с учениками, особенно с девочками, проводим разные мастер-классы. Отметим, что в первом туре приняли участие хоровые коллективы, а во втором состоялось сольное выступление вокалистов. Конкурсанты были поощрены благодарственными письмами. Шасан Жалбаков, Самат Каликенов, телеканал Актобе.